Всем привет! С вами Андрей Сонар. Я сейчас нахожусь на производстве. Вот это делается огромная лодка для гидроцикла. Это, наверное, самая большая лодка, которую мы делали. Она там почти 7 метров. Сюда вот заезжает гидроцикл, фиксируется. И на гидроцикле можно будет перевозить сразу 6-7 человек. А вот и усовершенствованный Джон Бот. По многочисленным просьбам мы сделали его модификацию. Высота борта стала не 44, а уже 50 сантиметров. Облагородились обводы на носу. Ну и смотрите, практически каждый Джон Бот у нас тщательно бронируется ТПУ пленкой. Теперь Джон Бот стал гораздо более мореходный и комфортный с такими-то бортиками. Мне нужно вопрос задать. Нужно как-то в чертежи перевести. Его надо в чертежи перевести. В новом Джон Боте посадка теперь выше. Теперь высота банки уже человеческая, как в большинстве лодок. При достаточно небольших внешних размерах внутреннее пространство Джон Бота, конечно, поражает. Озадачили, да? Сложно, да? Шарики. Огромные шары. Вот прям всем шарам шары. Ух ты, какой бублик красивый. Такого я еще не видел. А может, по крафт из него сделать? Днище наклеить, и будет, как говорится, сферический по крафт в вакууме. Почти. Невский путепровод от Пражской улицы до Октябрьской набережной. Путепровод от 10 метров. Нет. Вот так изделия поступают на сварку. Все разложено по своим ячейкам. Сварщики знают, как и что, в какой очередности брать. Собирать столы тоже важно в нашем деле. А тут делается черный Ронин. Пока еще в начальной стадии сборки. А вот наш каяк, который сделан по рафтовому принципу с привязывающимся днищем. Это аккорд знаменитый. Причем с большим, с 35-м баллоном. Красиво он вписан в рафт. Мне кажется, что как раз оно было бы, знаешь. Да, как эти... да, как это, ракета «Москит», блин. Противокорабельная. Да, вот так, вот так. На одном уровне, но... Не очень. А вот так вот, да. Да, он будет смотреться лучше. А вот тут очень интересно. Пушка, но из ПВХ. И почему-то уключены вот здесь. Кто такое придумал, непонятно. Но, наверное, так надо. Ну вот так вот, совершил быстренький набег в тайм-триал, показал, что творится. Очень интересные проектики делаются. Так что следите за новостями. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.